обычный лист бумаги превратить в нечто удивительное и уникальное. В клубе по месту жительства созидания еженедельно по понедельникам, средам и пятницам проходят занятия по искусству оригами. На этот раз все желающие из бумаги учились делать лису. Бумага, пластика – занятие непростое, требующее внимания, аккуратности и усидчивости. Зато результат того стоит. Двери клуба открыты для всех желающих приобщиться к этому искусству. Оригами заниматься несложно, когда к этому подойти с толком, с расстановкой. То есть это все делается не торопясь, нужно уметь знать, аккуратность проявлять, то есть терпение. То есть дети сейчас же быстрые, подвижные, а это вот их маленько притормаживает, желание выполнить, исполнить какую-то фигурку. Иногда тоже приходится детей притормаживать, чтобы говорить поаккуратнее, поосторожнее.